день, друзья. Катри Юрий. Сегодня наконец-то выбрался на рыбалочку за несколько месяцев. Первый раз. 12 марта, воскресенье. Сильный ветер. Со мной ультралайт. Метро Минская, остров. Буду пробовать здесь и, возможно, буду идти в сторону верблюда. Посмотрю, где можно будет попробовать что-то с берега. Уровень воды высокий. Погода сегодня вообще никакая. Ну, выходной есть выходной, надо попробовать. Поэтому мой комплект уже собран. Я на первой локации и буду начинать рыбалочку. Поэтому до прямого включения и погнали. Итак, вот первый заброс. Стою против ветра. Просто точка интересная. Посмотрим. Думаю, что еще тут не будет рыбки. Надо, чтобы теплело. Да и на острове тут и так не всегда клевало. Опа, смотрите, есть рыбка на первом забросе, на перекатике. А, сход. Вот, была рыбка. Не знаю, щука или окунь, но поклевки не видел я даже. Против ветра неудобно отслеживать. Не сильно, кажется мне, я что засек. Ну, видите, под берегом вода добавилась, и рыбка подходит к берегу, наверное. Или просто мне повезло, может, там еще есть. Не было ни четкого удара, ничего. Что говорю, что стою против ветра. Сложно отслеживать поклевку. Он еще такой рывками. Но рыбка была на перекатике, на первом забросе. Удивительно. В этот раз уже так. Опа, смотрите, есть. Ух, хорошая, блин, рыба. Реально хорошая рыба. Посмотрите. Кабан, реально кабан. Вот. Трофей. Смотрите, какой. Вот вам. Полкилушка, 100%. Я же, конечно же, его выпущу. Как же без этого? О, вообще супер. Кабаневич. Красивый. Класс. Вот, смотрите. Друзья, такой вот кабан должен подрастать, плыть. Пускай. Так, буду пробовать. 4 грамма пассивный силикон. Точка моя вообще не подкачала, как оказалось. Ветер был бы поменьше, вообще была бы пушка. А так, ну как есть. Всегда, блин, ловлю в какую-то непогоду чаще всего. Но очень аккуратно берет.
сложно даже отследить. Дугу выдувает. На выбросе. Реально хороший кабан снова. Ух. Надо очки одевать, не вижу, где этот шнур. Ух, хорошо бодается. Да, окунь. Реально. Смотрите, какой кабаневич. Снова такой же. Вот, это секрой, мамочка. Мы тебя отпустим, конечно. Ты шо? Вот, пузатая какая. Красоточка. Аккуратно я тебя отцепил. Будешь подрастать. Блин, вот даже чуть-чуть икра начинает вылазить. Как-то рановато. Давай, малышка. Такая она плотная аж. В палках запуталась. О, все. Все, уплыла. Отлично. Получается, друзья, поймал момент, когда ветра не было. И подальше забросил. И она аж на более дальнем перекате оказалась. Дуга не такая большая была, и приманка упала там, где нужно. Вот и поклевочка произошла. А так выдувает дугу, и я просто туда не добрасываю. А может, просто повезло. Вот сейчас дугу выдуло, и все. Приманка пошла не там, где я хотел. Наверное, поклевки не будет. Он как-то там, наверное, локально плавает. Надо перезабросить. О, с ракушкой. Вот это получше чуть. Блин, поколол. Палец так. Надо перчатку одевать. Вот про перекат пропустил, снова не добросил. Поклевки нет. Да и ветка, блин, это дерево мешает. Так бы можно было бы еще точнее бросать. С поправкой на ветер, естественно. Оп. Одна из точек. Тут никогда не клевало, но клев есть с той стороны. Может быть, сегодня я туда и смогу попасть пешочком.
Итак, друзья, не знаю, или камера сняла, потому что вырубилась, как обычно, холодно. Была только что щучка, ну, была споклевка, я ее забагрил, вытащил, выпустил. Такая, где-то грамм 400. Буду сейчас еще пробовать. Местяк вроде интересный, но буду двигаться дальше, потому что хочу попасть на противоположную сторону, если еще успею. Летим дальше. Вот щучка была почти на выбросе напротив этого дебаркадера. Реально споклевка, я думал, хороший окунь, а оказывается, не тут-то было. Если там стоял щупачок, может, еще что-то будет. За ветром, конечно, прикольно бросать. Так, почти весь залив во льду. Это одна из его чистых частей. Тут рыбачки уже есть. Сейчас мы посмотрим. По пару забросиков. Будет тут что-то или нет? Потому что мне еще идти, блин, далеко. На разведку. Еще 3 часа есть. Сомневаюсь, что тут что-то будет, но попытка не пытка. Иду по пути, по пару забросов сделать. Пуп, была поклевочка. Представляете, была поклевочка. Перед самым береговым перекатом. Все, теперь трава. Сейчас попробуем еще раз. Интересно. Итак, друзья, обхожу на другую сторону, уже другого залива, который ближе к Приречной, к герою Днепра. Он весь во льду. Была одна поклевка здесь на пляже возле спортивной площадки. А я сейчас хочу, пока еще сейчас время, сейчас где-то 15:40, в 6 темнеет. Вижу, что начинается снег. Иду сейчас на самый выход, там льда нету, и там когда-то клевал окунь. Ну, не в такой период времени, но надо попробовать, чтобы понимать, куда дальше двигаться. Так, друзья, я на месте. Вон дебаркадер, где я ловил. Воды тут много, не совсем удобно. Как раз там, где мне надо было бы закинуть, блин, сапоги как раз. Вон там перекат есть интересный, там чуть дальше. И там рыбка обычно крутилась. Ну, попробуем. Где достанем, там и будет. Щуку я засек вон вот там вот, напротив. Вот я уже перешел. Ну, туда, куда мне надо, я просто не доброшу из-за воды. Ну, ничего, все равно попробую. Такие
приречные бровки. Сейчас я, может, спущу сюда, а потом пойду по кустам, насколько это будет возможно. Вот бегу обратно, пробежался с другой стороны на выходе в этот залив. Собачье гирло. Поэтому ничего нету, контакта нету. Весь залив во льду. Но на выходе есть где покидать. Но нет сапог, чтобы чуть-чуть зайти в воду. И немного я не добрасываю туда, куда хотелось бы. Но тем не менее, разведку сделал. Сейчас еще подумаю, есть 1.5 часа. Может быть, отсюда зайду пешком на верблюд. Только не на лодочную станцию, а туда, ближе к министерке. Есть там еще одна буквально рабочая зона. А может быть, и не попробую, посмотрю. Потому что идти далеко, будет видно. Пока так. Ультралайт в деле. Вот это вальнуло конкретно. Сейчас попробуем. Чисто ради интереса. Уже все, буду сейчас собираться. Это так, чисто закинуть. На этом месте ребята стояли. Чисто один раз. Ну, мужчина сказал, что тут окуня нету. Да я его не ловил никогда. Вот тут за деревом был когда-то сход хороший. Не знаю чего. И все, а так окунь сюда не подходит. Но он явно есть. Это 100% на этом заливе и на... Да, тут такой вот мелячок с травой. Бывает такое, что вот на перемену погоды может проклюнуть. Просто красота. Вот стою за ветром. Ну что, коллеги рыболовы, закончена моя рыбалочка. Нахожусь в конце улицы Приречная. Никуда уже не пойду, все. На сегодня было 2 окуня крупных, 1 сход. Тоже был окунь 100% на том месте. И забагренная щука. Какие-то пару мелких поклевок. Поэтому как для 12 марта вообще отлично. При том, что такая погода была, ветреная, рыбку я нашел. Тактика моя работает. Так что все хорошо. Вы ждите моих новых рыбалок. Поэтому до новых встреч. Пока.